Всем хей, с вами Бальма, и сегодня я... Господи, что с фламинго происходит? Я, наконец-то, снимаю новое видео, я вообще не знаю, буду ли я его выкладывать, и даже не знаю, буду ли его вообще, в общем-то, монтировать. Но зацените мой фон, я не знаю, как вам его показать. Короче, там вот фламинго, пакетичек, в общем, все классненько. Да, сегодня хочу разобрать в комнате. Возможно, для кого-то это не так уж и грязно, и вообще кто-то скажет, что вообще все разобрано, но мне хочется что-то поменять, поэтому давайте не будем тянуть и поехали. Тут мне нужно заправить кровать. Я всегда снимаю подушки, лично для меня так удобнее, и также бутылку, которая стоит вот тут вот, потому что боюсь, что она упадет на меня, так как я прям под ней сплю. Вот, всем привет. Идемте к туалетному столику. Извините, я уже в домашних брюках, так что не смотрим на них. Дальше тут какая-то салфетка уже 2 дня валяется, наверное. Тут, в принципе, все разобрано. Вот всякие баночки, скляночки. Все нормально. Это стул так скрипит, так что вот, да. Это просто вот это, так надо только умудриться разлить жидкость для снятия лака, протереть ей же краску и подумав, что она не смоется. А она испачкалась об эти просто полотенца, просто дан, молодец. Ой, ну вот да, в этом вся я. Тут нужно немножечко разобрать, в принципе, я часто довольно разбираю. Потом тут, в принципе, все разобрано, только нужно помыть кисточки, пойти блендеры, потому что так, по этим пользовалась, да. И тут можно немного разобрать, всякие браслеты, линзы, капли, все такое. Идемте дальше. Выключаем свет. Да, идем дальше. На столе, в принципе, разобраны всякие органайзеры, фотографии, все такое. Тут нужно убрать скотч. И также моя водичка. Вот. Дальше у меня новый стеллаж вот тут стоит. Вы его еще не видели. Тут всякие рюкзаки, сумки, пакеты, всякие книжки, папки, журналы, скетчбуки, тетрадки, просто всякие ежедневники, блокноты, чехлы также стоят. Тут постер, который нужно туда вот повесить. Также доска. Тут нужно стереть июль и подписать сентябрь. Фотографии, всякие коллажи разные. Вот. В общем, тут, в принципе, разобрано, потому что я только вчера как бы начала все это собирать, поэтому еще не успела все это запортить, испортить, и чтобы хлам там был. В общем, захламить я еще не успела. Вот. Поэтому. Дальше, что у нас тут шкаф? Вот в шкафу тут еще не разобрано. Вот тут, в принципе, разобрано, но желательно можно еще что-нибудь разобрать. Тут только включить всякие фламинго, ананасики, гирлянды и все такое. Вот журнальчики. Билли. Любовь. Итак, вас я оставлю на таймлапс, а сама буду разбирать. First impression, you OPN. We should be closer than friends. If you OPN, engaging is on my agenda. Request my chariot, get ya. The door's OPN. Take the hot road and hop in. Monarch butterflies, you should open up. I'm trying to put your heart together, found it broken up. Going up a smoke, smoking up. Make sure the children in the house, she's inappropriate. The way she's approaching us, I disassociate, exfoliate. Итак, все, я уже все разобрала. Как вы видите, кровать заправлена, тут тоже все убрано, я перезаписала. И вот, смотрите, тут теперь сентябрь,
и август, потому что, ну, август еще не кончился. А, в шкафу я тоже разобрала. Вот тут. Так что, well done. Дальше тут я все зажгла. Тут я тоже разобрала. Только нужно будет помыть еще. И тут тоже все разобрала и поставила. Так, возможно, видео получилось довольно коротким, но в принципе это все, что я хотела разобрать. В основном вы были на таймлапсе, но надеюсь, такое коротенькое видео без всяких бесполезных разговоров у меня получилось сегодня. Надеюсь, оно вам понравилось, и вы обязательно поставите лайки, подпишитесь на мой канал, и всех люблю, целую, пока!